Ассаляму алейкум. Платок я начала завязывать. В то время почему-то не было платьев, что ли, таких красивых. Платок я начала завязывать назад. Не как сейчас полностью закрываться, а только назад. На работе, когда я так пришла, у всех был шок. Что случилось? Почему ты завязала платок? Что тебя к этому привело? Тебя заставил муж. Он там тебя заставляет. Я говорю, да все нормально у меня. Я сама к этому пришла. У тебя какое-то горе случилось, что ли? Почему ты стала на намаз? Я говорю, слава Богу, никакого горя у меня не случилось. Я сама к этому пришла. Как бы душа захотела, я встала на намаз. Очень много вопросов было. Потом, через некоторое время, я начала завязывать платок по-другому. Уже полностью. Другие вопросы пошли. Я думаю, нет, сразу правильно, как надо платок завязывать. Два этапа прошло у меня платка завязывания. И там тоже так же. Ты же такая красивая, ты же такая молодая, у тебя же такие волосы красивые. Зачем ты закрываешь волосы? Дополнительный опять у меня стресс. Но это потому, что еще вот эти все вопросы, получается, шли от людей. Сейчас я понимаю, то, что у меня внутренне все равно уже пока сколько лет не покрытая ходила. И когда, получается, уже покрылась, и свои внутренние, получается, какие-то страхи были, принятие себя. И постепенно, вот, слава Богу, на сегодняшний день уже я себя без платка уже никак нет. Не ассоциирую. Платок стал как бы моей частью. Я благодарна своему мужу, то, что он не настаивая, тихонечко сам, как бы моля Бога, моля Всевышнего, то, что я встала на намаз.